Знаете, я понимаю стремление многих людей стать как бы над Богом и над природой. И, конечно, это на самом деле замечательно, что наука не стоит на месте, она развивается и помогает бороться со многими заболеваниями, тяжелыми заболеваниями, потому что, я думаю, сейчас в многих семьях столкнулись с нашими вообще проблемами, очень много действительно рака, и моя семья это тоже не обошло. Поэтому, но я бы, знаете, хотела поговорить бы немного вот в другом направлении, что помимо науки, которая нам помогает, мы должны также думать, что мы можем сделать для своего здоровья. Мы совсем забыли о каких-то простых истинах, делать зарядку по утрам. Мы все знаем, что в нашем обществе в России курят больше женщины, чем мужчины, это которые как раз должны рождать здоровых детей. Мы почти перестали гулять на улице в связи с таким бешеным просто графиком у людей. Нужно стараться питаться правильно, нужно меньше пить алкоголя. Поэтому вот эти простые истины какие-то, которые кажутся вроде мало на что влияют, на самом деле помогут человеку меньше обращаться к науке. Но, конечно, развитие науки – это очень важный момент, потому что, если говорить о таких очень тяжелых и серьезных заболеваниях, без науки просто никуда. И мы каждый пытаемся выжить и бороться за жизни наших родственников, детей, знакомых. И поэтому это, конечно, очень важный аспект. Но также надо не забывать, что мы можем сделать для себя, помимо того, что может для нас сделать наука.